1 січня – це перший день Нового року, і потрібно провести його правильно. Головне – відсвяткувати новорічну ніч так, аби потім не проспати все 1 січня. За словами астропсихолога Алли Антонової, це особливий час, коли сонце перебуває в градусі екзальтації. Вважається, що це найкращий градус. Вона пояснила, що сонце – це символ любові до себе. И солнце – символ тигра, символ льва. Астрологически называется лев, а по китайскому календарю называется тигр. Но просто мы говорим сейчас о тигре и льве, как в одном целом. И это день любви к себе. Я рекомендую 1 числа обязательно создать план любви к себе. Вот может быть сходить прогуляться, может быть принять ванну из лепестков роз, там, допустим, при свечах, при ароматах. Может быть посетить, там, к примеру, смотреть любимый фильм, либо посидеть в кинотеатр. Ну, то есть, в принципе, день развлечения, я бы так сказала. Поэтому не пропустите этот день, обязательно спланируйте его. Не варто втрачати перший тиждень Нового року. Цей час можна підсилити бажання, загадані в святкову ніч. Использовать вот эти еще, вот эту недельку, которая до 7 числа, когда еще открыты небеса, и мы можем желать желаний, повторять эти желания, может быть, что-то еще желать. Ну, как бы денег нежелательно желать, а лучше желать какой-то конкретно определенной направленности цели. Загалом же особливыми вважаются 2 тижні с 24 грудня по 7 січня. Этот период, он необычный. В этот период открываются верхние врата. Поэтому и получается, когда мы загадываем желание 31 декабря, ну, грубо говоря, с 31 на 1 в эту ночь, это самый потенциальный день. По той причине, что врата открыты, небесные, и все желания наши слышат. Самое главное, чтобы они были искренние. Цей період астропсихолог радить проводити у стані умиротворення та на благо собі, рідним і близьким. Наприклад, навести порядок у домі, позбутися усього старого, зокрема старого внутрішнього стану, та красиво увійти у новий рік.